Я друг Сары Коннор. Мне сказали, что она здесь. Нельзя ли ее повидать? Нет, нельзя. Она дает показания. Где она? Она занята. Хотите подождать? Вон там скамейка. Я вернусь. И он вернулся. Одинцово. 2021 год. Терминатор замечен в 8-м микрорайоне города. Он вполне миролюбив и не представляет угрозы. Так утверждает его создатель, фанат боевика Константин Калинин. Использовал я старый «Москвич» и элементы подвески, старый сломанный тренажер и трубы, выброшенные, скажем так, для утилизации. Вот. Все это как-то случайным образом совпало, так что вышла и высокая схожесть, как бы, и степень детализации с культовым фильмом. Голова из расширительного бачка для насоса, грудь – элементы двигателей коробки, ноги – сломанный тренажер, руки – болты. Константин точно знает, для создания шедевра пригодится все. Никаких чертежей, только импровизация. Может быть, поэтому планировал «Римского воина», получился «Терминатор». Любовь к культовому фильму взяла верх. Я никогда не делаю прорисовки или чего-то там такого, как бы. Просто вижу детали, их может быть там даже 1500, 2000, и все собирается потом воедино. Но я вижу каждую деталь в отдельности в итоге все-таки. Проходит некоторое время, да, потом я вот смотрю на вещь, уже вижу ее как целую. В детстве любил работать руками, из пластилина творил чудеса, но выучился на юриста. После нескольких лет работы понял, страсть к творчеству стала только сильнее. Я очень люблю работать с металлом, сваркой, потому что в любой момент можно все исправить, переначить, переделать, деформировать, в общем, как волшебство. Сколько работ в копилке, не считал. Одна из самых сложных – птица из 3000 деталей. В планах еще одно пернатое. Хотел создать жар-птицу как символ возрождения, того, что все-таки все плохое, оно имеет свое завершение. И наступают времена лучше. Я хотел сделать что-то вот как символ того, что нас ждет хорошее будущее впереди. Но пока все мысли о «Терминаторе». Кстати, полюбоваться им скоро смогут не только друзья Константина. Герой кинофильма украсит одну из городских улиц. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».